Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня продолжаем наш трэш. Я наконец-то там с 5-6 попыток на основном аккаунте на английском сервере зафармил Мэри. Ну, не Мэри, а три левела адского запределья. И вчера мы с вами вытащили дохренище осколков. Опять же, от Мэри. В итоге у нас получилось 40, где там она, 47, вот так вот, без доната, то есть мы собрали 47 осколков этого героя, даже барда неплохо начали собирать, 27 осколков барда. В общем, я решил ее здесь попробовать собрать без доната, то есть посмотреть, сколько мне еще надо будет времени на это все. Ну, понятно, я не буду каждый раз заходить и фармить, но хотя бы попробовать, думаю, стоит. У нас сила не такая уж и большая. Герои у нас неплохие. 30-е прорывы основные такие, которых можно здесь использовать. Но у меня очень большие сомнения, что мы дойдем дальше, чем второй этаж. Даже с такой силой, с такими героями, я думаю, это не то, что нереально. Это как обычно. Так. Кубышка Мэри у меня нет, так что мне убивать Фрей нечем. Зефира Вогников то же самое. Поэтому будем пробовать. Тыковку возьмем. Хотя здесь, я вам скажу, судя по пачкам, не так, как у меня на этом, на основе. Там просто тупо сразу же зефира с первого левела. Поэтому тут еще терпимо. Поехали, попробуем. Но зато здесь нечем убивать ту же самую Фрею. Поэтому если будет прилетать, то будет прилетать по максимуму сразу. Хотя 30-е прорывы. Но у нас недокачанные скиллы. Надо заняться прокачкой второй эволюции героев. Но опять же, я сделаю эволюции героев, прокачаю их, в итоге мне придется их либо слить для того, чтобы сила не подымалась. Мы могли дальше забегать. Либо оставить там при эволюции на первом левеле. Потому что я не смогу дальше проходить. Кого это у нас уже ушатали так быстро? Супер Пэта, вот, вот вам пример, вот как далеко мы сейчас зайдем. У меня нету здесь, ну, хотя в принципе, может, землеройка спасет. Нету возможности, наверное, как 99% убивать вот таких вот героев. Хотя слили. Кто у нас сдох? Ворожей. Ворожей сказал нам до свидания. Себя не дамажит. Землеройка сказал до свидания. Офигеть просто. Так, сейчас посмотрим, что там у нас на космос стоит. Кстати, мы здесь же вроде Аджей зафармили, у нас осталась только АК-волна. Так, поехали. Мы бегали на архидемона. Так, Римочка. Рея пусть будет пока такая. Да, землеройку слили просто на изи. Ну, поехали, будем пробовать. А, еще ворожея надо чекнуть. Но первый левел, как видите, более-менее легко проходится. Есть шансы довольно-таки неплохие. Будем пробовать сразу же. Так, землеройку нам резнули, но это нам ничего не дает. Феникс Роза. Ну, попробуем эту.
пачку. Может, Космо... Блять, ну как так мой Космо не ударил первым? Ну вот что за фигня, вот реально. Я просто в шоке. Это первый этаж, и они хотят, чтобы люди это фармили локацию. Это при том, что у меня 30-е прорывы, и ни хрена сделать, и сила небольшая. Я нифига сделать не могу. Такое чувство, что мне придется полностью скидывать все герои, сливать. Делать вторые эволюции, а потом все сливать. Но других вариантов я пока не вижу. Это их оптимизация не особо радует даже на таком аккаунте. Это как-то странно, как это в этот раз мой первым ударил, в прошлый раз его первым ударил. Бред какой-то. Надо попробовать все-таки собрать сюда разброс 10. Я уже показывал, что с разбросом он очень здесь помогает круто. Так, кто там у нас такой неубиваемый? Космо почти слился, я офигею. Сейчас нам придется после этого центр, наверное, долбить, чтобы ворожая восстановить. У Космо просто улетел. А, тут у нас Фрейя есть. Ну все, здравствуй. Фрейя с вальсом. Как ее убивать? Единственный вариант — это землеройка и тыква. Больше вариантов нет. Просто жесть какая-то. Каждый мисс — это она восстанавливает себя на фул. Ну вот как вот ее убить? Полный бред. Я, знаете, такой понадеялся, сейчас зайду, начну фармить Мэри. Точно так же, наверное, как и все остальные. Все очень круто фармят ее, я вижу. Просто нереальное что-то. Ладно, уже добьем, сейчас поставим землеройку. Это просто жесть, а не локация. Для кого они ее придумали? Наверное, самое оптимальное — это собрать отсюда некроса, у кого нет Мэри. Просто с острова через пару десятков лет собрать. Они, в принципе, остров меняют, оттуда дуэлянта уже убрали. Поэтому у остальных, я думаю, то же самое ждет. Такс. В общем, думаю, понятно. Что, попробуем убрать нашу фрайку, поставить тыковку. Попробуем такой вариант, конечно. Это печально. Мне кажется, сейчас без отхила. Вот вроде есть у нас разгон, все есть. Но мы ее все... О, наконец-то слили. Ну, видите. Все-таки еще моим. Мохим. Так, ну этого я тоже буду убивать. Так, убираем этих, чтоб их не посливали. Надо здесь себе Махатму на максимальный деф прокачать. И не париться. А, блять, напал. Не увидел Ронина. Не, нормально. Еще терпимо. Против Ронина надо лис уже. Так, ну чё мы... Опять ворожей не восстановился. Да вы чё, издеваетесь? Пиздец. Ну, тут у нас будет сейчас, наверное, походу слив. Да. Не, ну хоть кого-то-то мы ушатали. У нас остался Феникс и этот. И Огник. А, и плюс Мэри опять же. Вообще супер. Мне это нравится. Посмотрите на восстановление.
Он с выживанием, Феникс. Супер. Что еще надо? Единственное, он, наверное, с оживой вроде тоже. Надо выживание плюс ожива, что ли. Его, по-моему, убили, он резнулся. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Единственный вариант это пробовать сейчас ставить космо. Но опять же, придется сейчас резать всех. Ладно, выйдем. Пока есть читерный способ, они его не пофиксили. Попробуем сейчас по-другому сделать. Такс, поехали немножко пересоберем пачку. Попробуем такой вариант. Хотя я тоже в этом очень сомневаюсь. Сейчас Бугич, наверное, космо ушатает. Ну, космо вообще отлетел сразу. Да, Феникс живо, живо плюс выживание. Ну просто писец. Вот что делать? 30-е у меня прорывы, я нифига сделать не могу. Здесь реально нужны уже суперпитомцы. А суперпитомцы вы прекрасно знаете, что это такое. Для тех, кто не донатит, их собрать, ну... И они сейчас на этом этаже уже есть. Просто жесть какая-то. Ни хера не буду собирать супер питомцев. Пошли не в сраку. Буду пробовать так зафармить. Так, сейчас мы попробуем немножко переделать героев. А то они у меня по-нубски собраны. Может, это нам поможет. Эту эмблему у нас не особо. Но попытка не пытка. Так, этот собран. Ставим пакт. Попробуем ударный вариант. Не факт, что он зайдет, конечно, но попробовать, думаю, стоит. Так, финика оставляем. Конечно, у нас ворожея нету. Блять, это только первый этаж. Я офигею. Что это было? Сразу же сплюхи у нас улетели. Космо нафиг улетел. Я офигею. Попробуем землеройку поставить. Ну, видите, для того, чтобы пройти, вам надо иметь кучу топовых героев, кучу топовых прокачек. И то вы даже первый левел зафармить, но не можете. Ну, что это за фигня, ну? Попробуем. Хотя землеройка, наверное, тоже сейчас отлетит точно так же. Не отлетел. Ну, сейчас, значит, отлетит. Да ты что, держимся, ребятушки. Мы держались до последнего. Нифига себе. Кто у меня остался? Я и вижу. Ну, по крайней мере, мы поставили этот на зефира, не, без вариантов, наверное.
Зефира поставили эмблему эту смотра. С ней хоть какой-то шанс есть. Но все равно фигня. Сейчас попробую еще поставлю на Фрей. Она как раз хорошо борца заходит против Феникса и против Огника. Как вариант, может, если повезет, мы ушатаем их. Ну, выживание плюс ожива при ихнем ХП, это, конечно, жесть. Это нереально. Мне интересно, кто-то из бездонатов встречал зефиров здесь? Так. От этой грубой силы, в принципе, толку точно так же будет. Лучше вот это поставить. Так, и поставим еще сюда дополнительно. Попробуем такой вариант. О, совсем другое дело. Смотрите, как четко вообще отлично. Ну, почти все выжили, но все равно. Все же, посмотрите, как офигенно сработали эмблемы смотра. Вот это реально может быть очень крутая помощь в прохождении. Они дают дополнительный удар и дамажат, в принципе, неплохо. Но тут у нас уже, опять же, та же самая история. У нас Фрейя. Ну, с Фрейей нам придется все-таки брать тыковку, брать землеройку сюда обратно же. А землеройку мы только что просрали вроде. Будем пробовать. Ну, придется резнуть. Вариантов никаких нет. Ну, против зеленой фракции, там, либо против других, но в основном зеленую сложно убить. Как видите, эмблемки Бравлера спасают. То есть, смотря, конечно, какого они у вас левела, но думаю, у многих без донатов сейчас тоже восьмые есть уже. Потому что они сумок, в принципе, достаются неплохо. Халявы очень много было. Конечно, кому как повезло, но это очень крутой шанс для дополнительного дамага. Понятно все. Так, тыква у нас-то есть. У нас нету землеройки. Попробуем такой вариант. Или можно попробовать космо. Давайте попробуем с космо, сольемся, попробуем дорезнуть уже землеройку. Вариант. Тут только, наверное, молчанка нужна. Хотя, в принципе, космо может тоже купол накидывать, но я думаю, она, смотрите, она резается на фул сразу же. То чувство, когда твои герои 30-х прорывов, вообще ни о чем. Нужна только одна Мэри, которая здесь может зарешать. Ну а так, смотрите, просто нифига сделать не можем. Тыковка уже у нас... Нет, тыковка у нас причем жива. А, там выживание. Я вижу нули. Судя по всему, там выживание стоит. Ну, здравствуй. Что здесь можно сделать? Ну, давайте резнем еще. Как вариант, попробуем просто ради интереса. Резнем землеройку. Сможем ли мы дальше пройти? Ну, это бред. Вот мы 20 минут я потратил ради того, чтобы вытащить, сколько там, один осколок мне дадут. 20 минут, ребят, фарма с нормальными донатными героями ради одного осколка. Да вы что, ёбнулись, что ли? Ради одного осколка. Не, ну я все равно это попробую сделать. Попробуем такой вариант. Уберем и попробуем землеройку.
Ну, тут вариант это молчание. Изи. Просто изи, ребят. В общем, первый этаж мы с вами зафармили. Побежали на второй. Где там у нас будет зефир? Так, надо убрать этих, а то они сейчас посливаются сразу же. Так, у нас ворожей резнулся. Ну, поехали. 48 осколков. Нормальная пачка. Просто одна пачка лучше другой. Посмотрите, Бугимен просто тупо стычки ушатал двоих моих или троих. Ну вот эмблемы Бравлера, вот опять же, смотрите на домах. Просто на красоте разваливают. Особенно на Фрей и на этом. Еще у нас на троих и на Огнике. Но они по нем миссуют. Вот нормальный, кстати, домах 8 лямов проскочил. Нифига себе, супер. Это мне нравится. Не, ну это была какая-то подстава только что. Но я вам скажу, вот дополнительный дамаг эмблемы Бравлера однозначно плюс. Так, пробуем такой вариант. Опять посливали половину героев. Пойдем сюда через центр. Тут будет ничего такого. Так. Отлично. Вроде затащили. Возьмем еще немножко крита. Так, Фрея, Стрелок. Огник. Смотришь на них, вроде такие все безобидные. Только хераси, половины пачки нету. Так, опять у нас Фрея. Судя по всему, Фрея опять же у нас оживой. Кстати, еще вариант против Фреи. Вот опять же, эмблемы смотра, они дополнительный тоже удар будут давать. То есть у вас получается плюс 3 дополнительных удара на героя. Ну, как и на архе, в принципе. То есть один в один. Поэтому это однозначно плюс. У кого есть, ставьте стыковкой. Вообще, на изи получилось у нас только что все. Плюс эмблема у меня еще на Фрейе же Бравлера. Чарка. Она тоже немножко дает дамага. Фракции. Отлично. Может, не все так плохо. Так, Фрея. Не, нападу сюдой. Ай, блин, нафига я сюдой? Или сюдой нормально? Я что-то завтыкал. Так, глянем. Так, ну поехали, попробуем. Изи. Изи, ребята, еще плюс 2 осколка. Супер. На армаз пойдет. Вот это мне нравится. Вот так должно проходиться это. Хоть и 20 минут просрали там или сколько. Но второй этаж как-то вообще налегке прошли. Да, эмблемы смотра реально тащат. Так, третий этаж, Огник, тыковка. Фрея, ну, наверное, пойду лучше сюдой. Огника, по идее, мы должны здесь ушатать. Без проблем. Вот смотрите, дополнительные удары, как проходят. Вариант против всех, в принципе. Против Фреи, против Огника. Сейчас такой дамаг должен хороший где-то пролететь. И у нас уже космос слился. Ну, как обычно. Так, какой у нас тут вариант? Феникс, Рея. Блин, оккультист, землеройка, Феникс, Космо.
Здесь 23 тысячи, нифига себе. А, и здесь 23 тысячи, это я не туда посмотрел. Ну, блин. В принципе, на эту пачку можно нападать. Но тут ворожей даст под хил. Здесь оккультист, землеройка. Пофиг, нападаем на эту. И, наверное, зря. Хотя, в принципе, отлично. Разобрали. Кого-то мы потеряли уже. Двоих даже. Ну, ничего страшного. Как видите, реально эмблемы смотра тащат. И она потеряли Махатму. Так, что-то я так поспешил, напал, не посмотрел даже. У-у-у, нифига себе. Офигеть, вы дали это, как слились. Жесть. Оккультист как-то убился сам по себе. Так, кто там у нас? Блять, опять Фрейя. Хотя у нас тут варианта не было. Сейчас будем пробовать опять тот же самый вариант, тот же самый сценарий. Одного героя все-таки намного проще бить. Так, она вроде и не хилится, поэтому без проблем должны ее ушатать. Это подарок, ребята. Вроде не хилится, я не вижу отсюда. Вот тоже неудобно. Сделайте, блин, нормальную шкалу для дамага. Чтобы было видно противника и его хп. У нее, наверное, сейчас маскировка будет. Мы будем еще дольше бить ее. Не, нормально, какая-то странная она. Но опять же, три героя плюс три дополнительных дамага. Вот почему реально мне сейчас понравились эти эмблемки. Однозначно плюс. Попробуем уже так добить. Доп удар это, конечно, тема. Что? Вы что, угораете, что ли? Охренеть. У нее живо. Жесть. Думаю, что с ней не так? А у нее, оказывается, ребятушки, оживо. Тут однозначно надо землеройка и тыковка. Ну, хотя, в принципе, может, нам хватит времени убить ее второй раз. Но если на ней еще одна ожива, то мы вряд ли успеем ее убить. Это бред. Короче, ничему не удивляюсь уже этим сюрпризом. Просто жесть. Да, у нее девятая жива. В общем, можно смело ставить тыковку, землеройку и пробовать под ними убивать. Просто жесть. Я в шоке. Правда, у нас смотра нету. Ну, в принципе, таким вариантом мы должны быстренько ее ушатать. Да. Под землеройкой, как видите, под молчанкой она не оживляется. Это жесть. Чего только здесь не увидишь. Реально, у кого нету землеройки, это все. Дальше не вариант. Потому что Фрей, ну, очень сложно будет слить. Так, тут у нас Фрея.
у нас более-менее, хотя сейчас, наверное, половину моей пачки ушатают, потому что здесь пошли суперпитомцы, но опять же, посмотрите, насколько офигенно срабатывает. Офигеть. Блин, зря я кинул, у меня осталось три героя. Насколько офигенно сейчас сработали. Блин, ну я вам скажу, честно говоря, вот нормально. Держатся герои отлично. То есть есть смысл, ну, если, конечно, у вас такие прокачки и такая сила, это не то, что у меня на основном аккаунте. Мы без проблем здесь соберем Мэри. Если будет так дальше. Конечно, помучиться надо немножко, но оно того, наверное, стоит. По крайней мере, огников там и прочих, нифига себе. Вот это мы словили молча. Мы проходим благодаря вот этим эмблемам. Ну, посмотрите, просто огник улетел. Сказка. Теперь я знаю, что ставить троим эмблемами на основе. Будем там тоже тестировать это. Стрелки и прочие тоже, кстати, разлетаются очень быстро. От этих эмблем, посмотрите. На домах. Вообще супер. Вот таким вот образом мы добрались до третьего левела. И сейчас, по идее, мы его должны зафармить. Но единственное, что у нас... Мы не убьем Фрей. Ой-ой-ой, там под разгоном они. Да ты что? Жесткие прям типы. Жесть. Офига себе. Мы хоть кого-то там убили? Ну, по сути, либо потратить немножко самоцветиков, ну, я думаю, по 600 там самов или по 1000, по 2 ради такого героя, как Мэри, можно пока тратить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, я уже эту пачку буду потом добивать. Как видите, есть все-таки возможность проходить, но все зависит, конечно же, есть ли у вас такие донатные герои на вашей силе, есть ли у вас эмблемы и прочее, но без донатов, наверное... Тоже будем пробовать фармить, смотреть, какие там шансы, чтобы понимать вообще всю картину. Но здесь, как видите, намного проще, чем на основе. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.